Всем привет! Надеюсь, у вас все хорошо. И сегодня, конечно же, мы с вами опишем еще картинку. Если вы хотите увидеть текст к этому видео, то включите субтитры. And if you're subscribed to my YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel to watch more videos. У нас с вами сегодня вот такая вот интересная картинка, да? Смотрите, какая она красочная, интересная, да? Кто сейчас только проснулся, эта картинка как раз для вас, да? То есть, если вы только что проснулись, я скажу вам доброе утро, да, доброе утро и хорошего вам дня, и хорошего вам дня, да? Вот, эта картинка специально для вас. Мы видим, что у этого мальчика отличное утро, да? Мы видим, что у этого мальчика отличное утро. Возможно, он сейчас в деревне, да, возможно, потому что если бы он был в городе, скорее всего, он бы не видел петуха за окном, да, петух, это петух, то есть он бы не видел петуха за окном, да. Представьте, вы живете на 5-м этаже или на 10-м этаже, и у вас на балконе петух, да, петух утром. Так что мы можем сказать, что он живет в деревне, да, за городом. Еще можно сказать то, что он живет за городом. То есть он живет в деревне или за городом. Давайте начнем описывать эту картинку. Конечно же, мы с вами видим кровать, да? Кровать – это небольшая кровать для одного человека. Если кровать для одного человека, то мы называем ее односпальная кровать. Односпальная кровать. Или односпалка. Односпалка, да? Односпальная кровать или односпалка. Кровать для одного человека. Дальше. Вот это вот голубая в горошек, да? Голубая в горошек – это простынь. Простынь. Обычно на матрас. А матрас мы застилаем простынью, да, простынь. Дальше мы видим с вами большую мягкую подушку белую, да, большую мягкую белую подушку. Кстати, вопрос, а вы любите спать на подушке или без подушки? Дальше мы видим одеяло, да, одеяло. То есть это небольшое одеяло, маленькое одеялко. Можно еще сказать, если одеяло маленькое, можно сказать одеялко, одеялко. То есть мы с вами видим одеялко, да, маленькое желтое одеялко. И под этим маленьким одеялом мы видим мальчика. Только что проснувшегося мальчика. Мы с вами видим под одеялом только что проснувшегося мальчика. То есть мальчик только что проснулся, и он подтягивается, да? Он подтягивается и смотрит в окно. Он одет в пижаму. То есть мы спим в пижаме, да? Пижама – это одежда для сна. Пижама. Он сейчас в голубой пижаме. Когда мы просыпаемся, мы сонные. То есть мы такие сонные. Когда мы просыпаемся, мы обычно сонные. Дальше мы видим то, что мальчик куда-то смотрит, да? Куда же он смотрит? Он смотрит в окно, то есть это вот окно, да? Занавеску мы с вами видим, занавеску маленькую мы с вами видим. И он смотрит на петуха, то есть это петух. Что делает петух? Кукарекает, то есть петух кукарекает.
Обычно он кукарекает рано утром. Обычно петух кукарекает рано утром. Если вы живете в деревне, то вы знаете, что примерно в 6 утра. Петух очень красивый, да? Смотрите, какой у него пышный хвост. Это перья. Перья, да? Перья. Пышный хвост у него, да? Петушок. Можно еще сказать петушок. Петушок, да? Мы видим то, что окно у нас деревянное, оно открыто, чтобы свежий воздух поступал в дом, да, чтобы свежий воздух поступал, проникал, заходил, даже можно сказать, в дом, да. Дальше. В комнате мы с вами видим вот такой вот шкафчик, да, маленький шкафчик, с подушкой сверху, да, тоже подушечкой, да, можно сказать. Маленький шкафчик, мы видим две дверки, да, дверки, две дверки, и мы видим также в этой комнате обои, то есть обои розовые, да, обои розовые. Ну что ж, мы описали с вами данную картинку. Если у вас остались вопросы по данной картинке или вы хотите что-то дополнить, то обязательно оставляйте комментарии под этим видео. Я обязательно отвечу на них. Спасибо большое за просмотр. Постарайтесь посмотреть это видео еще раз, чтобы больше понять, закрепить данное видео, данный материал, да? Всем спасибо еще раз. Пока-пока.